Ты что можешь сказать по следующему матчу? Какие же комментарии по матчу будут? Саня. Не, сам. Что говори? Еще раз я. Какие просто комментарии по матчу? Какие хорошая игра была, дотерпели, выиграли, забили последние там за 4 минуты. А так очень хорошая игра была. Я думаю, зрителям понравился. Ну, после вот такого веселого матча в Нижнекамске, наверное, установка была как можно строже, да, сыграть? Вот. Ну, весело. Вы видели, сегодня Питтсбург тоже весело сыграл. Ну, они там хорошие слова сказали, забыли, выводы сделали, идем дальше. Ну вот такая первая шайба, знаете, в Нижнекамске такие шайбы улетали, и тут в ваши ворота вроде такая первая шайба. Я Сочи такой забил, ничего страшного, гол, как говорят, не пахнет. А что я могу сказать? Ну, хороший гол они забили, я такой Сочи забил. Мы на 2 гола больше забили, выиграли. При разборе соперника на что вот упор тренера все-таки делает, тренерский штаб? Ну, мы уделяем больше свою игру, нам показывают моменты большинства их, как они играют. А так, ну, надо играть, как нам тренер говорит, и выполнять свою установку. Чем общались после матча, о чем говорили с Денисом Копарем и Артемом Федоровым? Спросил, как семья. У нас почти чуть там 2-3 месяца рождения ребенка произошло. И так поделились впечатлениями, как переворачивается, ползает, нет.